Быстренько представимся. Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня работают на этой игре. И теперь смотрим футбол. Других стандартов. Всегда достаточно опасно, но все-таки не так, как пенальти. Как учили, кулаками такие мячи играются. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Хороший момент. И голкипер играет на выходе. Некое подобие стенки. Получилось безадресное. Есть свободные игроки, есть варианты развития. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Переходит мяч в другой команде. Кстати, защитника надо было быть поаккуратнее, потому что стандарт отсюда весьма опасен. Перекладина! Поймал мяч голкипер, может, и претензии защитникам выскажет. Далеко-то далеко, но бить все равно позволили. Неточность. Соперник мяч перехватывает. Хорошая позиция, игрок, на ему поддержка нужна. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч ворота. Обратная передача. Защита, но вынести его пока не удалось. И игрок с мячом выходит на позицию, как думаю, надо бить и забивать. Ну же! И это гол! И это ничья! Ничья 1-1. По крайней мере, голевого превосходства ни один из соперников не получил. Кто считает себя более обиженной стороной? Кто считает, что госпожа удача к нему была недостаточно благосклонна? Ну, это мы посмотрим во втором тайме. Футболисты на своих позициях, судья на своей. Думаю, что последние зрители, спешащие из буфета, занимают свои. Начинается второй тайм. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Сильнейший удар, но это не гол. Голкипер на пути мяча. Рубкий баланс сохранен. Думаю, надо бить и забивать. И теперь атака пойдет в другую сторону. Мы не всегда на это внимание акцентируем, но движение очень хорошее. Партнер свободный в центре есть.
соперник поправит свой процент владения мячом. Вот это главное — не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Кто знает, когда еще представится такой шанс выйти в лидеры. Илья. Ускорение Диего. Он любит работать с мячом, но и без мяча откроется будет Тенати. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Я бы порекомендовал защитникам быть повнимательнее, даром что Ал. Потому что отсюда-то можно добросить. Можно добросить в район 11-метровый отметки. Ах, какой удар! Илья. Хороший темп. В принципе, это движение без мяча. Что мы и видим. Диего. Тут можно сказать, что и на коротке. Хороший шанс для удара. Дистанция не имеет значения, потому что, подумаю, опасно. Хороший был момент. И могла команда выйти вперед, но на табло ничья. Нужна борьба. Не только на половине поля соперника будет вбрасывание, но он довольно близко к штрафной. Думаю, надо бить и забивать. Диего! И молодец, защитник блокирует этот удар. Диего. Илья. Думаю, не прерве он этот пас. Соперник вышел бы вперед, а отыграться бы не удалось. Половина чемпионата позади, и пока что заявленную на сезон задачу команда выполняет.